Очень важно сейчас нам определиться с экспертами. Вино великой личности, вино искусство – это вообще отдельная история. Два часа винных секретов с винным экспертом. Нас не слышно и не видно. Как долго я, да? Честно сказать, мы куда-то уперлись, в какой-то тупик. Сырой вебинар, вот и все. Че, много, нужно набивать руки. Друзья, привет! Меня зовут Илья Терновой, и в своих ютубчиках вы смотрите реалити-шоу «Акселератор», где я, как продюсер онлайн-школы, и мой партнер Федор, которого сейчас, как вы видите, со мной нет, мы решили создать онлайн-школу и стремительно движемся к своей заветной мечте. И в этом выпуске у нас для вас есть очень-очень крутая новость. Очень важно сейчас нам определиться с экспертами. Мы сейчас идем в кафе для того, чтобы засесть и отбирать их по определенным критериям. Да? Это все-таки в первую очередь те люди, которых мы видели воочию, которых мы знаем. Мы сейчас из ряда знакомых сомелье будем выбирать персону, смотреть их социальные сети, изучать, и потом уже будем думать, с кем нужно будет договориться о личной встрече, чтобы провести собеседование. Для нас очень важно, чтобы эксперт был харизматичным и умел четко и уверенно подавать свой материал. В общем, друзья, смотрите, не переключайтесь, погнали. Сразу так, у нас есть один топовый знакомый, топовый сомелье. Влад Маркин. Сразу сейчас вот захожу. Маркин Влад. Влад очень крутой специалист. Он компетентен во всех вопросах. Лучший сомелье России 2013 года. Лучший молодой сомелье России 2014 года. Сертифицированный сомелье с 2015 года по классификации ACI. По большому счету, с ним очень было бы круто поработать, поскольку человек узнаваемый на слуху. Но у меня вот лично мое ощущение, то есть человек высокого, птица высокого полета, и в нашем маленьком предприятии, в нашей маленькой компании, ну, наверное, ему будет тесновато. Когда вот там будет, например, какой-то более высокий уровень, узнаваемость и мускулы у проекта, тогда можно будет с ним общаться, и он что-то допривнесет. Тем более, что у него там в Инстаграме 2216 подписчиков. Денис Руденко, кстати, очень интересно, но у него, он прям блогер, и у него большая аудитория. С ним вообще на вес золота. Мне, как бы, мой знакомый тоже один говорит, что, блин, ну, вам бы классно было с ним законтачиться, потому что у него большая аудитория, он очень интересный человек, он старой школы, то есть... Старой школы, но при этом он ведет блог на Ютубе и постоянно рассказывает что-то новое и интересное. Именно вот для простого потребителя, для обывателя. Интересная идея у него, кстати говоря, вот обзор винных полок. Ну, как вот знаешь, там как раз тоже Денис, Карденис, да, Карденис, блогер, через которого мы часто пиарим ужины. С ним бы можно было, но пока он находится в Тюмени, мы здесь, и, ну, здесь тоже... Было бы здорово это сделать. Есть интерес и у него тоже. Вот, потом кого еще? Антон Григорьев. Антон Григорьев — это уже человек, который у нас ведет не одну, а дегустацию винного ужина, а делает это постоянно. С ним интересно, то есть он человек с базой, с платформой знаний, готовый на авантюры. Поэтому с ним определенно, мы можем встретиться, можем пообщаться и выбрать тему, которая ему и нам будет интересно, чтобы найти общие знаменатели, вообще поговорить о том, о перспективах винной школы там, да, в интернет-пространстве. Владимир Груздев. С ним тоже делали винный ужин. Потрясающий, красноречивый, очень интересный, позитивный рассказчик. Вот, с ним просто обязательно нам нужно сделать встречу. Вот. Что у него по подписчикам, правда? Ну, у всех очень мало. У них очень мало, они не занимаются своими социальными сетями. Но здесь для нас плюс. Хотелось бы, чтобы у нас была своя аудитория проекта, которая постоянно на разные лица, скажем так, реагирует, как на новых спикеров. Крутые чувачки приезжают, дают какую полезность, вот, а ты покупаешь билеты, в общем, ходишь на вебинары. В общем, я думаю, надо назначать встречу кому-то из них. Ну, поступательно, да? Естественно, встречаться, обсуждать, договариваться об условиях сотрудничества, о том, что было бы интересно именно каждому из них преподавать на наших курсах. Вот. Не знаю, здесь нужно уже встречаться и вживую общаться с человеком. Что бы тебе было интересно донести до аудитории? Вот мы подумаем дальше уже, как это все упаковать, как это подать, какой заголовок сделать, да, как это все проработать и вебинары. Просто что бы тебе было интересно преподать вот нашей аудитории? Первое, наверное, что бы хотелось, это первое знакомство с вином. Mm-hmm. Это барьер
некий барьер страха. Mm-hmm. Убрать вот этот страх, купить неизвестное, потратить mm-hmm. деньги, потому что все мы боимся потратить деньги в неизвестное. Mm-hmm. Вот этот барьер хотелось бы сломать, чтобы люди, да, там, обратившиеся к нам, потребители, они не боялись покупать что-то новое, и не просто новое, а уже немножко знающее, что именно можно купить под свой определенный вкус. В свое время, когда с рынка ушла Грузия, очень много появилось вина из Чили, из Аргентины. И я помню, как сейчас, когда ты идешь, например, там, по магазину, и какая-то пара хочет купить бутылку чилийского вина, и муж говорит, давай возьмем бутылку чилийского вина. Она говорит, слушай, все Чили, это все кислое вино. Откуда это у нее взялось, да? Какое-то предупреждение, и все, для нее это какой-то вот кислый чили. Откуда это у нее взялось, то есть... И переубедить ее очень будет сложно, так как... Она пару раз, может быть, наткнулась как-то неудачно. Да, она сможет переубедиться только тогда, когда попробует хорошие чили. И не всегда это будет дорого. Хорошие чили можно взять и за 700 рублей, и за 650 mm-hmm. рублей. Мало кто знает, но это исторический факт, что Сальвадор Дали любил... у меня есть такое слово, там, скажем, не то, что догоняться, а mm-hmm. в конце вечера, да, розовую каву. Розовую. Ставить восклицательный знак. Да, ставить восклицательный знак своим мазком mm-hmm. на картине розовой кавой. Вот. Интересно, да. То есть и таких очень много интересных наблюдений. Получается тоже как один из курсов образовательных, это вино и великие личности, да? Вино и великие личности, вино и искусство – это вообще отдельная история. Пишите в комментариях слова поддержки. Для нас это очень важно. Пишите свое мнение, мы все читаем, будем стараться на все отвечать. И самое главное, друзья, если вы тоже хотите открыть свою онлайн-школу, дерзайте, не останавливайтесь. И переходите по ссылке, регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс от акселератора. В общем, Даш, нам сейчас нужно придумать название вебинара именно для этого и составить вообще его структуру. Если там, например, там мы курс сделаем месяц, да, то есть здесь уже такой посыл, то есть как разбираться в вине, как начать разбираться в вине за один месяц, там, да, то есть. Угу. Ну да, потому что краткий курс, он как раз на месяц рассчитан. У нас вебинар начинается... с того, что мы тестируем вообще, в принципе, связь за день до этого платформу и в день, чтобы не было технических моментов, которые повлекут за собой отключение от нашего эфира. Накидаем несколько тем, вот, а потом их эксперт от акселератора поможет нам отобрать, да, потому что мы сделаем сейчас заголовок под заголовок, вот, то, что будет еще и на лендинге. Вот. Ваше предложение. Как стать винным эрудитом за один месяц и не спиться? Ну, ты как ты любишь добавлять юмор, да? 2 часа винных секретов с винным экспертом, то есть со мной. Было бы круто не просто сделать вебинар, а порекомендовать людям вино на вебинар. И потом спросить за... И потом его разбирать. Да. То есть дать какие-то секреты, лайфхаки, и потом разбирать это вино. Тогда, то есть это будет уже и такая, ну, то есть практика. То есть, понимаешь, вебинар с практикой. Подберем вино к твоему психотипу. Тоже интересно. Интересно. Сколько ты лекций провела? 150. Отлично. Мне кажется, надо делать 15, 25 и типа либо 50, либо 45. Давай, чтобы была какая-то... Что, возможность, знаешь, скидки какой-то? Либо возможность скидки, либо чтобы, знаешь, типа, была ценность, что типа вау. Моя задача — упаковать все это, то, что мы вот сделали. Просто сделать красивую презентацию для вебинара. Чем, собственно говоря, я сейчас и займусь. Я вот уже начал делать. Поэтому, друзья, все делаем своими руками. Вы в эфире. Это мы тестируем. Mm-hmm. Я напомню. Вот, собственно говоря. И здесь осталось как-то настроить. Да нет, вот, все, смотри. Mm-hmm. Собственно говоря, мы в эфире, вышли в эфир. Все. В общем, у нас работает вебинар. Ну что ж, все, трансляция запущена. Вручную выписывали, вручную регистрировали mm-hmm. людей. Получилось у нас. Приличное количество, неожиданно, это всего лишь навсего за 2 дня. Вот зеленым это те, кому мы лично отправили подтверждение, скинули уже ссылку, скидывали на протяжении 4 часов. 147 человек. Практически все готово к тому, чтобы у нас начался эфир нашего вебинара. Вот здесь
Илья с ассистенткой открывают бутылку вина. Здесь, Даш, немножечко волнуешься, да? Или все норм? Вас не слышно и не видно. Непонятно, непонятно почему. Так. Друзья. Минусы, минусы, минусы. Так, в чем дело? В чем дело, друзья мои? Почему нас не слышно? Я не знаю, ну то есть у нас на YouTube идет эфир, трансляция. И GetCourse, забирая трансляцию с YouTube, почему-то ее не транслируют. Почему-то она остановилась. Что меня очень сильно напрягает. А на YouTube все нормально? На YouTube все отлично. После этого его больше, да, причисляют. В Китае тоже делают вино. Стал очень важный момент, когда нам нужно взять обратную связь у наших зрителей. В чате нам писали, ну а теперь хотелось бы спустя некоторое время услышать от них, что им понравилось, а что не понравилось, попробовать продать им наш курс. Добрый день, меня зовут Илья, сооснователь проекта «Вино и приключения». Не так давно вы к нам записывались на вебинар. Подскажите, пожалуйста, вы были у нас на вебинаре? Была, но совсем недолго, мне не получилось послушать. Очень жаль. А вот в то время, когда вы у нас были на вебинаре, подскажите, пожалуйста, что понравилось, что не понравилось? Мы сейчас собираем обратную связь, нам вот очень важно ваше мнение. Понравилось содержание и не понравилось, наверное, техническое сопровождение. Техническое сопровождение. Ну да, у нас были некие технические сложности. Да, проблемы сначала были. Скажите, вы планировали бы еще посмотреть наш вебинар? У нас совсем скоро будет еще один на другую тему. Вам было бы интересно? Ну да. Отлично. Следите за новостями. Мы будем совсем скоро тоже выкладывать опять ссылки для регистрации на вебинар. Будем вас с нетерпением ждать. Спасибо, хорошего дня вам. Человек не досмотрел, технические проблемы, друзья, развеяли, расстроили несколько наши планы, что... Нас досмотрят все от начала и до момента продаж, но так не сложилось, поэтому нужно устанавливать Hangout движок, либо какими-то другими окольными путями решать вопросы. Это был один звонок из многих. Мы позвоним сейчас еще одному человеку, который, возможно, досмотрел до момента продаж, потому что нам очень важно, чтобы человек посмотрел весь вебинар. Добрый день, меня зовут Илья, я сооснователь проекта «Вино и приключения». Вы не так давно записывались к нам на вебинар. Как за 2 часа научиться выбирать хорошее вино? Ну, мне понравилось, да. Я для себя подчеркнула полезную информацию. Видите, это только была очень такая широкая тема, поэтому понятно, что, может быть, если вот вы будете организовывать как-то более... Узкие темы, да? Как-то фокусированно, угу. Да, ее разбирать. А так, в целом, очень такое интересное мероприятие. Хорошо. А скажите, пожалуйста, мы еще сейчас, точнее, на вебинаре анонсировали наш курс по вину для людей, которые хотят изучать... Я, к сожалению, пока тоже прохожу другое обучение, вот нет возможности совмещать, а так, в принципе, интересно. Спасибо вам за обратную связь и всего доброго. Вам спасибо большое. Да-да-да, хорошего дня. Очень приятно было пообщаться, в принципе, ожидаемая обратная связь. Тема слишком расплывчатая, точнее, была слишком расплывчато подана, да, мы взяли конкретный вектор, но распереживались то, что будет этого мало. Мало, а нет, надо просто емко и точечно бить. Итак, друзья, мы вам напоминаем, что мы не стали заказывать лендинг у подрядчика, поскольку это штука дорогостоящая. А на данный момент, после того, как у нас прошел первый вебинар, мы учли разные нюансы и делаем сейчас на GetCourse своими силами, точнее силами Ильи, посмотрите, он в форме для этого начинания. Давай посмотрим сейчас наш вебинар в очередной раз уже глазами зрителей, потому что мы позвонили, послушали, что там нам говорят. И просто сейчас проскроллим, посмотрим основные моменты, как это выглядело, как вообще Даша себя в кадре ведет, чтобы прочувствовать те ощущения, которые испытывают те, кому мы должны, наша целевая аудитория, кому мы должны продавать наш курс. Друзья, смотрите, чуть выше от канала «Вино и приключения» я отправил вам ссылку на скачивание презентации. Так что есть возможность скачать сейчас эту презентацию. Да, она нам понадобится. Либо мы делаем именно винный. Как все, долго, друзья, я, да? Наш... И, очень долго. Целый час ни о чем. Я бы отключился, если честно. Я бы презентация, я надеюсь, очень долгое начало.
Друзья, посмотрели немного наш вебинар, который был у нас. И, ну, хочется сказать, что Даше нужно немного динамичнее подавать информацию, больше харизмы подключать, что ли. Она говорит как-то довольно монотонно, мне показалось. Собственно говоря, отзывы людей, которых я обзванивал об этом вебинаре, вот совпадают с моим сейчас. Сырой вебинар, вот и все. Че, много, нужно набивать руку. Ребят, и у нас, кроме кучи факапов за плечами, нет ни одной продажи. Куча Zero. Головной боли. Есть бордюр, который мы не можем перешагнуть. Это бордюр вебинары. Вебинары мы проводим сейчас с Дашей, но решили поменять спикера. Мы познакомились с человеком, которого мы интервьюировали вместе с вами. Это Владимир Грузев. Вот, и он, в принципе, готов. Мы собеседовали его недавно, готов писаться в эту тему. Сегодня этот вебинар мы вместе с ним проведем. У него очень много идей, он невероятно воодушевлен. И Илья обзванивал своим другом, который продажник профессиональный, людей, брал обратную связь. И вот, судя по этой обратной связи, мы приняли решение, то, что нужно еще кого-то, такого человека озаренного, просветленного, попробовать в кадре, попробовать наладить коннект с аудиторией. В общем, что еще у нас? Оффер, наверное, не работает. Хотя вот на данный момент мы подсобрали 113 человек на последний момент, когда я был смотрел. То есть это уже хорошо. Да, думаю, что сейчас. До этого было самое топовое у Даши сколько там? 172 человека. 172 человека. Это причем она там рекламирует через своих блогеров, через свой телеграм-канал. А здесь у нас у человека нет таких ресурсов. Мы купили рекламу вновь у Дениса за 2500 рублей. Пришло оттуда часть большая пришла с наших каналов и еще трички даже написали те, кто были на Дашином вебинаре, поскольку новый спикер, человек с другим видением, с другой энергетикой, с другой подачей. И вот сегодня мы посмотрим, как это все есть. Вы это будете смотреть вместе с Ильей, как Илья. Я уезжаю зарабатывать деньги, ребята. Пойдемте проводить вебинар. Мы договорились, чтобы нам выделили наконец переговорку, чтобы была красивая картинка, ребят. Друзья, всем привет еще раз. Ну что, смотрите, мы в рабочей обстановке, мы готовы к вебинару, мы заряжены, у нас вроде бы все готово, пока что никаких проблем не возникает, и я надеюсь, и не возникнет. И сегодня со мной эксперт Владимир Груздев, человек, который будет сегодня рассказывать и вести вебинар. Здравствуйте, друзья, меня зовут Владимир Груздев, я люблю вино. Представьте, сидит 10 человек, все пришли в компанию, и нужно как-то подружиться, например, всем. Да? А почему поговорить о нейтральной теме, о вине, которая на столе? И здесь, безусловно, вы станете просто гвоздем программы и тем человеком, на которого будут смотреть, и вы сможете их объединить, да? То есть вы уже станете лидером этого замечательного вечера. Отличие биодинамики и органики. Кстати, вкратце, вот если сейчас людям объяснить, чем отличается биодинамика и органика. Вы знаете, все очень просто. Многие люди перешли на органическое виноделие. Что это значит? Значит, что не используется никаких химикатов, никаких пестицидов. То есть все натуральное, все натурально используется. А биодинамика, это все то же самое, но плюс с дополнением лунного календаря. То есть, например, вот девушки знают о том, что стричься лучше на возрастающую луну. Почему? Потому что волосы лучше растут, да? Или маникюр делать, тоже ногти лучше растут. То же самое и с лозой. Мы ее подстригли на растущую луну, у нас лоза лучше растет. Виноделы, да. Я хочу сказать, волшебные люди. Это волшебники. Да. Друзья, ну что ж, вопросов нет, оценки две есть, мы получили, нам это очень приятно. Будем надеяться, что все, кто нас смотрел, поставят нам 10 баллов. Спасибо вам, всего хорошего, до скорых встреч, встретимся снова с вами совсем скоро. С вами был Илья Терновой, Владимир Груздев. Всем пока-пока. Пейте вино и наслаждайтесь жизнью. Друзья, провели вебинар и в очередной раз не достигли результатов, не было продаж. Мы долго общались с резидентами акселератора в рамках интервью, узнавали у них полезную информацию, они делились своими секретами при создании своих онлайн-школ. Мы все это впитывали как губка. Мы применяли какие-то техники в своей онлайн-школе. Но, в общем, честно сказать, мы куда-то уперлись в какой-то тупик. Мы не понимаем, почему у нас нет какого-то дальнейшего продвижения. Может быть, у нас недостаточно знаний. Может быть, мы просто мало работаем. Может быть, мы мало делаем. Но я не знаю. В общем, все к этому шло, что мы с моим коллегой Федором, в общем, решили
позвонить в акселератор и попросить помощи, потому что, ну, уже мы самостоятельно не могли справиться с теми задачами, мы просто не понимали, что делать. А, акселератор пошел навстречу и, слушайте, это, ну, это, в общем, они за все наши заслуги, за то, что мы снимали у них интервью, за то, что мы брали интервью у резидентов акселератора, они нам сделали офигительное предложение. На специальных условиях приобрести пакет купе курса акселератора, друзья. На что мы вот не раздумывая, мы согласились сразу же, потому что, ну, это невероятно круто. Сейчас прям только что мне прислали, да, что входит в пакет купе, который нам предложили приобрести, собственно говоря, который мы приобрели. Ребята, это просто пушка, это бомба. Я не знаю, насколько я благодарен тем ребятам, которые нам все это организовали, но это прям... В общем, Федор уже отмечает, поэтому его сегодня со мной нет. Ребят, это 2 года онлайн-акселерации. 12 модулей интенсива от А до Я по 1-3 урока в неделю. Это индивидуальный куратор. Это индивидуальный куратор, который, по словам резидентов акселератора, тебя постоянно пинает, который тебе звонит просто 24/7 и говорит, ну что, вы прошли задание, вы посмотрели уроки, вы сделали это. Он проверяет домашние задания, он дает обратную связь, он отвечает на все вопросы, которые тебе непонятны. И для меня это, ну, я скажу, что это будет большой толчок для того, чтобы я делал больше, я делал большие шаги к достижению своей цели. В общем, это невероятно круто. И там еще огромное количество бонусов, которые мы получили. Это доступ в закрытое сообщество на 1 год. Это мастер-майнд-сессии в группе с основателем. Это встреча с основателем онлайн-школы с прибылью от 1 миллиона рублей. Это 51 мастер-майнд-сессии в группе 1 раз в неделю. Это контентные вебинары с приглашенными экспертами. Что это вообще отдельная история, которая... постоянно тебя развивает, ты не стоишь на месте, ты получаешь какие-то новые знания и сразу же их внедряешь в свой продукт. В общем, ребят, я, ну, не знаю, у меня эмоции переполняют меня, я не знаю, что сказать. В общем, мы благодарны, мы этому несказанно рады. Я думаю, что вот с этим подарком, это подарок судьбы. Ну, как подарок? Мы все-таки купили немножко, да? Вот, но все-таки, в общем, это круто. Я надеюсь, что следующие выпуски уже пойдут в гору, а вы следите за нами и пожелайте нам удачи в комментариях под этим видео. Да. Слушай, спасибо за звонок. Я рад знакомству. Да, конечно, давай. Договорились. Ну, давай на вторник ориентировочно. Я уточню у Феди тогда и договоримся, да? Все, давай. Угу. Спасибо, да, рад. Друзья, только что мне звонил наш личный куратор, его зовут Кирилл, мы с ним познакомились. Он вкратце рассказал мне, как пользоваться, как заходить на сайт акселератора, как им пользоваться, где находить домашние задания, где смотреть уроки. Так как нет Федора, мы с ним договорились связаться еще в Zoom, поговорить по видеосвязи, чтобы мы все вместе познакомились, чтобы нашли какой-то общий язык. И, слушайте, это круто, он задавал мне кучу правильных вопросов, я на них ответил, у него сформулировалось какое-то мнение уже, сформировалось какое-то мнение о нас, и он говорит, уже на видеовстрече мы будем подробнее все разбирать, вашу онлайн-школу, я уже подготовлю для вас какие-то полезные штуки. Илья, Федор, доброе утро, Кирилл меня зовут. Привет. Пакета купе. Доброе утро. С Ильей разговаривали буквально вчера, договорились на созвон всем вместе, да? Я так понял, что вы разделили свой функционал, да, и, соответственно, коммуницировать будем чуточку по-разному. Сейчас вкратце расскажу тогда, как построим наше взаимодействие, да, для того, чтобы оно было максимально эффективным, да, и продуктивным. Задам несколько вопросов, потому что с Ильей вчера там особо не получилось, да, пообщаться. Ну и дальше уже там отвечу на ваши вопросы, если они будут. Повторюсь, Кирилл меня зовут, куратор пакета купе. Будем с вами взаимодействовать в течение всего срока обучения. Буду проверять ваши финальные домашние задания, буду вас консультировать по поводу запуска различных там, ваших инициатив перед каждым шагом, который вы будете совершать, будь то архитектуру продукта мы с вами завершим, или презентацию, или вебинар будем готовить, лендинги, трафик, все-все-все остальное, мы будем сначала это обсуждать. И только после того, как мы будем максимально понимать, что эксперты дают нам хорошую оценку по поводу этих вещей, и в
целом это вписывается в нашу с вами концепцию, которую мы разработаем по созданию школы, тогда мы только это будем реализовывать, да, а не наоборот. А когда что-то сделали, да, и потом уже начинаем думать, а как же это все поменять. И работают у нас, значит, эксперты, кураторы, и есть еще поддержка обучения. Соответственно, эксперты — это узкопрофильные ребята, которые занимаются конкретно в своей теме. Ну, куратор непосредственно я, который разбираюсь во всех темах, в принципе, знаю, вижу и понимаю концепцию там, развития движения вашей школы. На текущий момент хотел бы узнать, на какой стадии ваш проект. Знаю, что-то меняется. Как хочу понимать конкретику для того, чтобы понять, что будем делать дальше. Возьму слово, с вашего позволения, господа. Во-первых, пожалуйста. Очень приятно познакомиться. Наконец-то мы понимаем, что у нас есть высшие силы, вот, помогающие. Вот. И наше божество зовут Кирилл. Вот. На данном моменте мы находимся сейчас... В общем, мы переобуваемся. Мы в некоторый тупик зашли и хотим сделать нишу, которая будет экологичная. И, как мы понимаем, то, что должны все-таки быть заинтересованы в нашем продукте более широкие массы, нежели там, люди, которые увлекаются вином. А у нас, я не знаю, там, в курсе это или нет, не помню, говорили или нет. У нас предыдущая ниша была связана с что-то типа винные сомелье для себя. Сомелье, да. Угу. Но это не только для людей, которые профессионально увлекаются этой историей, а для людей, которые вообще, в принципе, ну, любят проводить досуг свой гедонистически. В общем, кушать вкусно и сочетать это все с вот, божественной амброзией, с вином. Угу. Вот. Мы сами увлеклись этим вопросом и решили транслировать на широкие массы вот, в общем, культуру употребления, в общем, этих вкусностей. Но, как оказалось, ну, приятное количество людей доходило до самих вебинаров, то есть у нас будет 200-300 человек. Да, Илья? 300, да, 300 там с лишним. 300, да, 300 человек вот у нас приходило, но с продажами у нас что-то какой-то там алис капут. Вот, потому что людям хорошего. Достаточно было, ну, как бы, вебинара, и, в принципе, углубляться они не собирались в эту тему, в принципе. Ну, да, нет, почему? Ну, сейчас, можно перехвачу, да, слово у тебя? Суть такая, что они получали на вебинаре полезность, то есть мы разбирали там какую-то тему виноделия, там сорт вина, ну, условно, да, вот, они получали полезность, и когда речь, причем у нас был эксперт очень живой, она, ну, хорошо продавала, она понимала, что она делает, и потом мы начинали обзванивать людей, и они такие, да-да-да, все круто, мы бы хотели, конечно, купить, но у меня сейчас вот там дети. Но у меня там и какие-то вот отмазки, знаешь, пошли у людей. Uh-huh. А так как мы не продажники, я вот лично там сделал звонки, я немного не понимаю, как надавить на людей и сказать им, что вот, ну, там... Ну, в общем, работа с возражениями у меня не отработана совершенно, поэтому есть uh-huh. проблема в этом. Да, и как бы вот... И, в общем... Все, в общем, из-за Илюхи. Он не смог продать. Все, он виноват. Понимаешь, что делал? Из-за этого меняем нишу. Да, теперь будет продавать Федя. Следующий. Да. Вот. Я буду плакать в трубку тоже. Я буду их же оружием, в общем, гасить. Скажу, у меня дети, у меня щенки бездомные. У меня потолок обваливается. Мне нужны деньги. Купите курс. Вот, ну, в общем... Да, в общем, момент... Угу, услышал. Подскажи, на текущий момент, есть ли понимание, в какую нишу вы собираетесь, если на примете эксперты, ну вот. Ну, мы сейчас, да, на таком этапе, когда мы просто перебираем варианты, там, ну, Илья, например, накидывает там идеи там с дрессировкой собак, поскольку он сам собаковод, у него там пес был, вот, и вообще, в принципе, он... всех по струнке строят. Вот, поэтому, и какие-то мы, короче, через WordStat пытаемся промониторить по запросам варианты, которые, чтобы были и нам близкие, откликались. Вот, поэтому мы сейчас в процессе, в общем, выбора находимся. Я понял, окей. Тогда что я вам сейчас могу, ну, сразу там сказать, порекомендовать? Перебирайте как можно больше экспертов. Даже если вас там зацепила какая-то тема, ну, давайте там условно, сразу вас предупреждаю, два мои самых любимых.
примера – это похудейка и языковые школы. Так вот, если, например, вы там считаете, что идете в похудейку, ну, например, и нашли какого-то одного эксперта, не поленитесь, возьмите прям телефон, зайдите в какой-нибудь Инстаграм, найдите по этой же теме экспертов и напишите им. Ну, чем больше у вас коммуникации с людьми, да, тем выше, во-первых, вероятность, во-вторых, вы как бы поймете чуть лучше экспертов в этой специальности, ну, потому что у них есть некоторая своя такая предрасположенность, да, в каждой из них. И вы наверняка сможете чуточку продавить свои интересы перед тем экспертом, с которым, например, вы захотите сотрудничать. Ну, условно, там, вы говорите, что будем работать там, 70/30, а он говорит, не-не-не, только 60/40, только 50/50. И вы такие, дружище, у нас вот здесь еще 4 ответа как бы есть, да, и там тоже нормальный эксперт. Мы можем и к ним пойти, то есть это не проблема. Ну, то есть как вариант, понятно, по ситуации это все нужно судить, но как вариант это неплохая рабочая модель. Тем более, может быть, подвернется кто-то еще и более там энергетически заряженный и более близкий для вас. Также нужно сразу оговорить все нюансы, мелочи, подробности на берегу и подписать договор не хотя бы для начала между физлицами. Для того, чтобы, когда зайдем в активную стадию, чтобы была уже хоть какая-то бумажка, да, которую потом мы можем перевести там, в максимально юридическое поле. Пока мы на старте проекта, этот документ должен быть, чтобы потом не было такого, что мы договаривались по-другому, мы делаем иначе. В целом у меня, пожалуй, все. Соответственно, хотелось бы уточнить, там, когда у вас будут ближайшие, там, возможно, переговоры, встречи, что-то есть уже намечено, нет? Ну, я думаю, то, что мы закроем вопрос с выбором ниш буквально... Ну, вот, в ближайший день, вот, а там определим ниши и уже будем звонить на следующий день экспертов. Поэтому 2 дня нам нужно времени, чтобы определиться. В какую сторону бежим? Да. Да. Отлично. Тогда что ж, держите меня, пожалуйста, в курсе для того, чтобы, ну, мы тоже могли как-то это все плавно поворачивать в нужную из сторон. В принципе, все. Есть ли ко мне какие-то вопросы? Мне было приятно познакомиться. Можно сказать, уже утро задалось, день в том числе. Спасибо отлично, большое, Кирилл. Отлично. Все по делу. Тоже был рад с вами пообщаться. Тогда держите меня в курсе. Остаемся на связи. Будем двигаться дальше. Спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо. Хорошего дня. Рад был познакомиться. Пока-пока. Пообщавшись с Кириллом, появилось больше уверенности, что у нас все получится, потому что профессиональная поддержка извне крайне важна, тем более, что специалист, он высокого класса. Мы рассчитываем, то, что он будет направлять. Тут разглагольствовать особо нечего. Будем сейчас с Ильей прорабатывать намеченные задачи, намеченные нюансы. Вот, и дальше уже с этими наработками обращаться к Кириллу. Когда у тебя в голове твоей есть сомнения, кто-то помимо тебя их должен отработать. Ну, не обязательно должен. То есть было бы здорово, если бы их кто-то отработал, человек с большим бэкграундом, да, то есть чтобы не совершать ошибки эти, не спотыкаться лишний раз, а больше времени и сил потратить на эффективную реализацию своего проекта. Мы с Ильей брали интервью у резидентов, и у каждого свой подход к тому, как проходить обучение в акселераторе. Кто-то смотрит урок за уроком, а кто-то делает просмотр выборочным, отталкиваясь от своих задач, от своих проблем, которые у него возникают, в общем, и смотрит уроки на злобу дня, скажем так. Вот. Начиная с первого урока, по нише есть ответы на все вопросы, будь ты эксперт или продюсер. Вот. Здесь есть вот сейчас рекомендации по предназначению, тому, как его найти, всякие упражнения классные. Ну, в общем-то, наше предназначение с Ильей ясно, мы занимаемся продюсированием, и поэтому я сейчас сконцентрируюсь на тех уроках, которые максимально точно соответствуют решению тех задач, которые встали перед нами. В общем-то, их сейчас и освещу. Вот, на ладошечке, пожалуйста, смотрите, у меня очередной урок по тому, как выбирать нишу. Смотрю и работаю со стратегией Уолта Диснея. Я посмотрел и сейчас работаю с заданиями,
которые мне дал коуч. И здесь нужно накидать большее количество вариантов, всяких идей самых безбашенных, их просеять как реалист. И потом уже как эксперт нужно задавать такие критичные, скажем так, вопросы. То есть немножечко с критичной точки зрения рассматривать их. И потом снова находить пути решения, отвечать на эти вопросы. В общем, очень интересная, очень действенная практика. Сейчас этим и займусь. И это реально, я уверен, помогает в том, чтобы определиться с вариантами. Как говорит ментор, это может быть либо три варианта, на них ты остановишься и перейдешь к следующему уроку, либо один какой-то вариант останется наиболее приемлемый. И ты перейдешь к следующему уроку и обсудишь, опять-таки, вместе с ментором, с коучем, с куратором свою идею и разберете ее там на составляющие. Друзья, мы уже начали смотреть уроки от акселератора, и честно хочу сказать, что это огромное количество знаний, тех, которых у нас раньше не было, тех, которые мы не получали на интервью на YouTube-канале акселератора. Это что-то новое, это то, чего я раньше не знал, и это невероятно полезно. С Федей мы смотрим разные уроки, он смотрит уроки по выбору ниши, я смотрю уроки по выбору эксперта и взаимодействию с ним сейчас вот прямо сейчас, прямое включение. Сергей Капустин рассказывает, как в процентном соотношении делить доходы от онлайн-школы между продюсером и экспертом, какие должны быть эксперты, брать его ли в полноценные партнеры, или же оставлять его на фрилансе, или выкупать у него интеллектуальную собственность. Этого я не знал. Уверен, что с теми знаниями, которые мы получим, выполняя те задания, которые здесь нам дают уже сейчас, мы будем двигаться к своей цели гораздо быстрее. Желаю вам хорошего, продуктивного дня. Ребята, у всех все получится, если делать. И, конечно, если учиться. А мы сейчас пошли учиться.